Поливропатия. Поливропатия. Данное понятие объединяет группу болезней, общей чертой которых является множественное поражение нервов в организме. Причины возникновения. Поливропатия может вызываться различными факторами. Так, данное состояние может развиваться вследствие нарушения обмена веществ, к примеру, при сахарном диабете. Наличие генетических нарушений, которые приводят к развитию поливропатии. Нарушение иммунной системы. При этом наблюдается выработка антител организмом, которые атакуют собственные нервные волокна. Отравлений, например, алкоголем, органическими растворителями, солями тяжелых металлов, лекарственными препаратами. Опухолевых заболеваний, инфекционных заболеваний, системных заболеваний соединительной ткани, например, склеродермии. Симптомы. Различные факторы, которые вызывают поливропатию, зачастую вначале раздражают нервные волокна, а со временем приводят к возникновению нарушений функции этих нервов. К симптомам раздражения можно отнести следующие: тремор, непроизвольные сокращения отдельных пучков мышц, заметные невооруженным взглядом, болезненные судороги в мышцах, появление боли в коже, мышцах, ощущение ползания мурашек по коже, повышение артериального давления вследствие вовлечения нервов, отвечающих за регуляцию функции сосудов и сердца. К симптомам нарушения функции можно отнести появление мышечной слабости, атрофию мышц, снижение мышечного тонуса, гибестезию, головокружение, мелькание мушек перед глазами при переходе из положения лежа в положение стоя, шаткость походки при ходьбе с закрытыми глазами, сухость кожи в связи с недостаточным потоотделением, склонность к запорам. Виды заболевания. В зависимости от преобладающего механизма поражения нервов различают следующие формы поливропатии: аксональные, демиелинизирующие, нейропатические. В зависимости от преобладания поражения нервов, выполняющих ту или иную функцию, выделяют такие формы поливропатии: вегетативную, моторную, сенсорную, сенсомоторную, смешанную. Выделяют следующие формы поливропатии в зависимости от причины, которая ее вызвала: наследственные, дисметаболические, идиопатические, токсические, паранеопластические, постинфекционные, при системных заболеваниях. Диагностика. Важным этапом является анализ анамнеза. В частности, требуется установить наличие профессиональных вредностей, факта злоупотребления алкоголем. Также уточняются сопутствующие заболевания, в особенности, сахарный диабет. Обязательно проводится неврологический осмотр. Также выполняется анализ крови, необходимо определить уровень глюкозы, а также продуктов обмена белка. Может потребоваться проведение анализа крови на возможные токсины. Кроме того, может выполняться электронейромиография. Данный метод позволяет провести оценку скорости передачи импульса по нервным волокнам и установить признаки поражения нервов. Действие пациента. В случае появления тремора, парестезии, фасциикуляции, крампов и других симптомов, характерных для поливропатии, необходимым является обращение к врачу. Лечение. Лечение при поливропатии, прежде всего, направлено на ликвидацию причины, которая ее вызвала. К примеру, при сахарном диабете терапия направлена на нормализацию уровня глюкозы крови. При алкогольной поливропатии необходим отказ от употребления алкоголя. При токсической поливропатии необходимым является прекращение контакта с ядовитыми веществами, воздействие которых стало причиной ее развития, также возможно введение антидотов. Также проводится неспецифическая терапия, способствующая восстановлению нервных волокон. Так назначаются витамины группы В, а также препараты, улучшающие питание тканей. Параллельно проводится симптоматическая терапия, направленная на устранение конкретных симптомов. Например, при повышении артериального давления применяются гипотензивные препараты, при болях обезболивающие. Осложнения. Осложнения поливропатии могут быть следующими: внезапная сердечная смерть вследствие нарушения сердечного ритма, нарушение двигательной способности, дыхательные нарушения. Профилактика. Профилактика поливропатии связана с устранением причин, которые способны вызвать ее развитие, и включает отказ от злоупотребления алкоголем, контроль уровня глюкозы в крови, применение защитных средств при работе с токсичными веществами, использование лекарственных препаратов только по назначению.